Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал в парк Кузьминки. Надеюсь, вам понравится моя экскурсия по парку. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Итак, друзья, мы припарковались напротив этой церкви. Какая она красивая, посмотрите. Она, кстати, действующая. Так. А вот эта территория уже много лет закрыта. Это усадьба сама. Красивая, но, к сожалению, попасть туда нельзя внутрь. Так, ну что, пойдемте дальше. Друзья, посмотрите, какое красивое здание. С колоннами. Львы вот стоят там. Блин, жалко, закрыто. Вот еще одно здание, друзья. Тоже с колоннами, с львами. Собачки ходят. Охрана. Он стоит. Красота, но это Ленин. Как-то так. Воруется такая собачка. Видноска. Посмотрите, какая красивая клумба. В цветочках. Так, друзья, нам нужно направляться в ту сторону. Там нас ждет, значит, пруд, ждет конюшня, вот, и еще ждет грот. Да. Так, друзья, сейчас я вам еще покажу одно красивое здание. Это банный комплекс. В нем купались, значит, хозяева этой усадьбы. Это здание горело, реконструировалось несколько раз. Вот такое вот оно небольшое, красивое. Так, ну что, пойдемте дальше. Проходим какое-то непонятное здание. Такое круглое, с колоннами. Очень красивое. Таблички, к сожалению, нету. Не знаю, что это такое. Может, какая-то водокачка? Не знаю. Друзья, смотрите, белка, 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 белка. Рыжая белочка. Ой, красотулька. А у нас ничего нет с собой, блин. Но они здесь не голодные. Спряталась. Роет что-то там. Ну ладно, пойдемте дальше. Друзья, решили зайти в мини-зоопарк. Он открылся совсем недавно. Он небольшой. Пойдемте посмотрим, кто там живет в этом мини-зоопарке. Так, пойдемте вот так вот с этой стороны. Так, я вижу гусей. Ой, как красиво сделали. Блин, музыка играет, сейчас забанят эти. Гуси, гуси, га-га-га. Есть хотите, да-да-да. Какие красивые гуси. Привет. Вы немножко воняете, ребят. Такие жирненькие вы. Боюсь. Сейчас меня ущипнет. Красотульки.
Так, ну что, пойдемте дальше. Гуси кушают. Кормушки стоят для белок, для птичек. Вот так прикольно здесь, красиво. Белки здесь живут, в этом домике. А где они, эти белочки? Белочек не видно. Вот вон ходит. Ой, их выпустили, что ли, не пойму. Наверное, выпустили. Смотрите-ка, не боится. Вот я иду. Вот я иду. Вот моя нога. Вот она не боится вообще. Маленькая белочка совсем. Он побежал. О, кто там ходит? А, их выпустили, этих белочек. Бегает. Вообще не боятся. Убежали, все. Так, пойдемте барашкам, козам. Белая коза отдыхает на солнышке, загорает. Белка. Белка. Давай вставай. Белка. А вон там барашка. Вот барашка отдыхает в теньке. Так, дальше нас ждут курицы. Ой. Шрек. Друзья, Шрек. Со слом. Прикольно. Здесь курицы, значит. Ой, какая интересная курочка. Пошла. Это зеленый фазан. Вот здесь вот зеленый фазан живет. Это фазан семиреченский. Ой, яички сейчас несут, наверное. Они яички вообще несут, не знаю. Это фазан обыкновенный. Какой красивый, серый. Какой красивый фазан. Так, пойдемте вот по этой стороне. Кто здесь живет? Здесь живет серебряный фазан. Здесь фазан алмазный живет. Какой красивый. Такой пестрый. Здесь золотой фазан живет. В этом вольере. Ой, какой красивый, охренеть. Привет. Красотень. Так. Куда мы пришли? Мы пришли к филинам. Здесь живут филины. Вау, какие большие. Друзья, посмотрите. Вот сидят вдвоем. Охренеть. Ладно, пусть сидят. Вау, друзья, так красиво. Столько много зелени. Охренеть. Ой, розы, вот здесь растут розы.
иду, даже не знаю, куда иду. Ой, классно. Так, куда идти-то дальше? Вот там какие-то вольеры есть. Пойдемте в эту сторону. Кто здесь живет, интересно. Там индюки. Охренеть. А здесь курицы. Шелковые курицы. Какие красотульки. Такие маленькие, спит. Секотка есть, у меня секотка есть. Ой, какая прическа у тебя крутая. Ой, красотульки. Так, пойдемте дальше. Шелковистые куры, вот я же говорю. А здесь что? Индоутка. Написано. Здесь живут индоутки. Вот. Лежат, отдыхают. Отдых у них сейчас. Покушали, наверное. Так, пойдемте дальше. Здесь голуби живут. Декоративные голуби. Вон. Сидит на жердочке. Ой, какой красивый. Кудрявый еще. Офигеть. Вот там еще сидят. Вон сидят. Такие кудрявые. Прикольные. Так, пойдемте дальше. Куры какие-то живут. Куры бентамки. Маленькие курочки. Роют что-то. Вот, а мы даже поговорим. Прикольно. С товарищами, которые там есть. Ой, слушай, ну надо вот что-то. Так, пойдемте дальше. Тут кто живет? Вообще она может... Так, здесь живут опять куры. Домашние куры. Петушок. Он отдыхает. Ой, какая страшная курица. Ой, я боюсь. Что, девочки, мальчики? Кто вы? Девочки или мальчики? М? Что? Прическу кто вам такую сделал? Ладно, такие интересные. Ой, боюсь. Курочки. Куры павловские. Павловские куры. Так, а здесь филин. Опасная хищная птица. Ой. Ой. Как будто мой кот. На кота похожа. Эта птица. Мой кот тоже может шипеть и вот так глаза делать. Такие большие глаза можешь делать. Чего увидел, интересно? Чего видела эта птица там? На кого смотрит? Не на меня, это точно. Куда-то вдаль смотрит. Так, а в этом вольере живут
индюки. Ой, как надулся. Шипит. Напугал. Пошел надулся. Давай надувайся еще раз. Давай надувайся. Не хочет. Ну ладно. А тут зато есть его девочки, которые просто отдыхают. Вот еще одна девочка его. Красавец, красавец. Такой большой. Офигеть. Он и съел. Раз и съел. Так, в этом вольере тоже живут голуби. Декоративные. Черные, белые. Какие-то коричневые. Ой, бежит, бежит, бежит. Такой маленький. Это, эти уже не кудрявые, как те. Те так вообще кудрявые. Но это зато называется порода павлин. Я знаю. Это порода павлин. Хвост, видите, как открывается? Красивая голубка. Так, пойдемте посмотрим. Вот. Вот это да, какой. Вот на плешка. Этого голубя. Настоящий павлин. Маленький. А там вот голубка его в гнезде. Ой, какая красивая птица вообще. Это самец. Там самка, наверное. Или наоборот, не знаю. Друзья, вот барашка вышла. Только толстая, смотри на нее. А здесь вот коза еще стоит. Он хочет поиграть сначала. Нет, он просто думает, как ему взять. Коза. Там барашка. Прикольно. Так, друзья, ладно, пойдем мы дальше смотреть усадьбу. Пойдем, Борис. Так, друзья, мы вернулись туда, откуда повернули, в сторону мини-зоопарка. Так, сейчас я вам покажу пруд. Музыка играет, сейчас меня, блин, дай бог сейчас забанят опять. Видео. Так, утка вон плавает, буду кричать погромче, чтобы меня не забанили. Вот такая красота здесь, друзья. Смотрите, здесь кафешек очень много. Вот там вот, на том берегу, конюшня. Там такие вот красивые стоят колонны. Колонны. Сейчас я вам покажу, вам не видно. И вот такие вот красивые статуи. Лошадьми, и там на лошади человечек сидит. Тут опять кафешка. Шикарное место для отдыха.
А это дом на воде. Сейчас я вам тоже поближе покажу. Все красиво. Это лилии, что ли? Угу. Так, друзья, пойдемте дальше. Сейчас что мы тебе куплю вкусняшку какую-нибудь. Друзья, решил показать вам спуск к этой воде. Сейчас я обойду все это. Вот лестница. Ой. Вот какая красота. Смотрите. Так, пойдемте дальше, друзья. Друзья, купил мороженое, филевский стаканчик с орехами. Сейчас поем, пойду дальше. Ко мне кот пришел, друзья. Рыжий белый какой-то. Не хочет сниматься. Вася, 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 Вася. Так, друзья, перекусил мороженым. Мороженое очень вкусное. Так, и идем дальше. В сторону, как я уже говорил, конюшни. Сегодня такая шикарная погода вообще. Так, вот там уже виднеется конюшня. Там люди фотографируются, вон вижу. Вам видно, нет? Не знаю. Посмотрите, как красиво. Охренеть. Это конюшни. Где-то, наверное, 300 лет уже. Она как стояла, так и стоит. Ой, сколько много уток. Сейчас покажу. Вон. Вот дерутся, дерутся. Очень много уток. Это пруд большой. Кстати, там по этому пруду проходит этот теплоход небольшой. Людей катают туда-сюда. Так, вот смотрите, друзья. Ой, там кошка сидит, лежит кошка. Здрасте. Здрасте. Это ваш кот? Нет. Нет? Там тоже мы видели кота рыжего. Где?
там вот... Такого же? Ну, примерно. Тут был не чисто рыжий, белый. Да. Угу. Друзья, посмотрите. Вот прихожу его. Отдыхает кот. Да, да, вот его бы куда-нибудь пристроить бы. Да, нет, было бы супер. У меня... Друзья, вы смотрите, грот. Вот, грот. С этого берега вам покажу. Так, пойдемте. Там еще мост красивый есть. Сейчас дойдем до этого моста, тоже покажу. Вот, друзья, дошли мы до этого моста. Посмотрите, какой он красивый. Такой небольшой. Люди фотографируются. О, вау, девушка там кого держит. Сова, друзья, смотрите. Мы свадьбы фотографируются здесь. Сейчас я вам покажу. Друзья, смотрите, какая красивая пара. Ой, сова. Отвернулся, зараза. Не хочет смотреть на меня. Прикольный. Прикольная сова. Ой, какая красивая сова, боже. О, смотри, смотри.